Театральный сезон давно завершен, но в Ивановском драматическом театре готовится премьера. Спектакль по пьесе Василия Сигарева «Божьи коровки возвращаются на землю». Постановку подготовил заслуженный деятель искусств России Юрий Пахомов. Это последняя его работа для ивановской сцены. Спектакль камерный и проходит в особой обстановке. Он рассчитан на небольшое количество человек, а потому партер отгорожен от всего зрительного зала черным занавесом. Камерность спектакля позволяет разговаривать со зрителем, как буквально со своим собеседником. То есть иногда нужен очень тесный, близкий контакт, который необходим и актеру, и зрителю для того, чтобы почувствовать сиюминутность происходящего. «Божьи коровки возвращаются на землю» – это пьеса о жизни молодежи в 90-е годы. Рассказ о совсем еще детях, воле судьбы, предоставленных самим себе. Чтобы выжить, они воруют памятники с близлежащего кладбища. Кладбище там. Настоящее, что ли? Нет, игрушечная. Конечно, настоящая. Да, вижу. Точно ведь кладбище. Кошмар, как вы здесь живете? Я бы чокнулась давно. А что, нормально живем? Ты что, знаешь, у нас как этот район называется? Как? Живые, мертвые. Здесь живые, а там мертвые или наоборот уже не поймешь. Главные персонажи вынуждены самостоятельно добывать пропитание. Некоторые из них злоупотребляют алкоголем и наркотиками. Складывается ощущение безнадежности и безвыходности. У нас у всех имеется память о 90-х. Мы все там жили, и наш город, как провинциальный, в общем-то, попал в самый пик, да, этого сезона. Поэтому, когда вот я смотрел, я очень много всего узнавал из своей собственной жизни. Поэтому перекличка есть, но перекличка с прошлым скорее, чем с настоящим. Здесь очень много интересного, да, но в целом создается ощущение какого-то надрыва, как будто нас заведомо хотят надорвать и погрузить в какое-то достаточно дикое состояние, состояние постоянной боли. И хотя спектакль о проблемах молодежи, его полезно смотреть не только студентам. Дети до 16 туда не допускаются, но и родителям, и педагогам. Чтобы лишний раз они задумались о том, где и как их дети проводят время. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.